Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев, и со мной сегодня Сафик 1, 2, 3, 4. Он сейчас не может говорить, но активно, наверное, машет рукой, потому что я говорю, а мы друг друга, как правило, не перебиваем. И в чем суть этого ролика? Сегодня Сафик меня будет тренировать и учить играть в Stand of 2, потому что вы все знаете, что у меня 5 уровень, у Сафика уровень гораздо больше, и сегодня он мне будет показывать всякие прострелы, непрострелы, всякие фишечки Stand of 2, которые вы тоже сможете применять, если вы чего-то вдруг не знаете. А потом мы откроем свое лобби и попробуем все эти фишки на практике. Ну я буду пробовать, ну там, что как работает, прострел, не прострел. Первое упражнение, это разминка. Попробуй покрутить нож. Знаешь, как нож крутить? Все. На G, на F. Нет. А во, на R, да? Во, ребята. Да. Смотрите, вот. Какой у меня айс, baby. Все, хватит петь, смотри, Артем. Основное движение, которые есть в стендовчике, это подсадка. Вот попробуй на меня запрыгнуть. О! Фига. Весь основной принцип стендофа это вот на таких вот штуках, на подсадках. Вот смотри, когда ты только появляешься здесь, ты со своей бандой, командой бежишь, резко бежишь на А. Здесь такая есть подсадочка. Вот попробуй на меня запрыгнуть. Так ты присядь. Да просто запрыгни на меня. Ай, фига! Так а ты же даже не сидишь, как я... Ну да, ну вот так вот. Запрыгни еще раз, посмотри, там видно мид. Ну если я туда смотрю, и если это мид, то да. Ну, наверное, вот это мид. Ну да, то есть оттуда никто не ожидает тебя, понимаешь, увидеть. Не, слушай, ну прикольно. Мне бы еще какие-нибудь секретики по Stand of 2 бы узнать. Смотри, еще фишка, которую я тебе сейчас покажу. Я вот всегда, когда появляюсь за террориста, смотри, я бегу сюда, смотрю на балкончик, с балкончика спрыгиваю и кидаю вот сюда смоук. Сейчас у нас закончится время, кстати. Может, ты бомбу поставишь, чтобы время продлить? Да как бомба, циферка? Ну, короче, ладно. Сейчас в следующем раунде я тебе все покажу. Беру какую-нибудь М-ку с прицелом, прохожу сюда и смотрю, вон то окошко. Вон, видишь, да? Ты стреляешь там с М-ки туда-сюда, а потом смотри. Вот я беру смоук и кидаю, там облако такое есть. Не знаю, видишь ты облака? Ой, Сафик, прости, Сафик. Мы встаем в этот уголок и кидаем смоук. Прям тут облачко такое, оно довольно-таки большое. Вот, я кидаю туда смоук. Смотри, он летит. Проходи сюда. Да не кидай пока. Видишь, как он закрыл красиво? И тот, кто сидит там, он ничего не сможет сделать. Не, ну слушай, прикольно. Сейчас попробую. У нас 14 секунд осталось, 12. 12. Сейчас, 5, стой, ой, не ту кинул гранату, ой, сори, Сафик, не, иди нафиг. Это ты, что ты меня сразу убивать начал? Ну ты по мне начал первый стрелять вообще. Я просто гранату перепутал. Ой, короче, купи себе смоук и какую-нибудь пушку с прицелом, если у тебя есть деньги. Во, смотри, какое прицелище, а. Давай, все, иди сюда, Артем, иди сюда, смотри. Так а ты где? Да я здесь в домике, да куда ты пошел? А, во. Пошли. А правда, смотри, что можно вот так вот из скотча налепить себе прицел на экран и так вот пау, стрелять точно? Можно даже без него. Мы встаем сюда в угол, да, и кидаем вон там облако такое, оно такое, ой, ну как тебе объяснить, ну оно прям над антенной, но оно побольше, не маленькое, а побольше, понял? Ну оно на что похоже больше? На собаку или кошку? Оно похоже на крокодила. С глазами, там такой нос, или это утка, или ворона. Короче, ладно, смотри. Кидаем смоук по этому облаку. Ага. Так ты же уже показывал эту фишку. Ну да, ну ты теперь кидай. Сейчас он закончится. Все. Ну давай, кидай. Окей, я кидаю. Я буду смотреть, как ты там кидаешь. Понял, на крокодила. О, кинул. Ну, кстати, нормально, да. Во, нормально, во. Да, получилось? Огонь. Вот, это такая фишка крутая. Следующий у нас будет, это в следующем раунде. Что ты меня каждый раз убиваешь? Дай мне тебя. А почему так только смог? Можно же еще что-то кидать. Не. Смог, он долетит точно. Ну-ка, встань-ка вот туда. Вот в то место. Сейчас я попробую гранату туда кинуть. Давай, она не докинется. Оба! Нет, не долетела. Да куда ты стреляешь? Все долетело, Сафик. Я тебе говорю, это работает только для смоука. Как так? Тут не может так быть. Что за... Может. Это разные гранаты. Давайте еще одну фишку покажу. Ты появляешься здесь, да? Да. И сразу быстро бежишь сюда. Смотри, бежишь сюда, запрыгиваешь. И резко целишься вот в эту дырочку, ну, между вот этой стеной и вот этой стеной. Понял? Там дверка. Просто туда вот стреляешь в эту дырку. Главное, это по таймингу успеть. Нате с прицелом пушку.
пушку. На, держи. Я попадаю, держи. Я попадаю, Сать. Возьми пушку с прицелом, я сейчас туда побегу. Как ее взять? Я что, знаю, как у тебя руки работают? Ну как ее взять? Ну какую кнопку? Я не знаю, Артем. Ты же у нас стендофер. Ладно, буду из своей стрелять. Все, встал? Да, стреляй. Чувствуешь, попадаешь, да? Да, 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 чувствую, чувствую. Опа! Попал! Опа! А чё у тебя, кстати, P5 без скина? Да я не знаю. А чё, позорно так с Афи ходить в стендофе? Конечно, позорно. Это получается все, у кого нет голды, позорники, по твоему мнению? Ну ты ж ютубер, тебе вдвойне позорней. Чё делать? Чё, отрабатывать вот этот элемент, смотри. Ты вот сейчас по таймингу это не успел. Ладно, все, считай. Чё считать-то? Надо за ногу. Только возьми нормальную пушку и меня завали. Да как взять? На Г. Вот ты нубик, конечно. О, получилось, Сапи. Все. Все, смотри, теперь сейчас тебе нужно срочно быстро добежать до этого места и стрелять. А что не бежит? А, точно. Бегу. Ну давай стреляй-то, а. Так я думал, я все уже не успел. Капец, Артем. Эй! Я не знал, что ты выйдешь. Бегу, сразу быстрее. Прыгаю сюда, беру единичку, прицел и стреляю. Попал? Нет. Как? Надо всю обойму всаживать. О, попал. Видел. Попал, явно попал. А сейчас? Сейчас не попал. Обхожу, Сафик, обхожу. Ну давай, Артем. Да не, ладно. Я не знаю, где ты дальше. А, блин! Я тебя испугался. Но я услышал, что ты сзади. Я уже не нубик. Я уже слушаю в наушниках, где там Сафик перемещается, куда прыгает, куда бегает. Так, ну вот смотри. Теперь мы за Т отработали все навыки. Я думаю, их нужно применить уже в бою. Давай. Че давать-то? Применять. Я применил. Так надо заходить, я там же, например, эту подсадочку, надо с тобой заходить и с подписчиками куда-нибудь. Итак, ребята, мы сейчас будем играть прям с подписчиками, тренироваться. Все, Артем, так, мы сейчас за террористов, знаешь, какая тут... Ну, ты помнишь, да? Давай отработаем еще раз приемчики, давай. Так, вот я подсаживаюсь, запрыгиваешь. Все, и всех палец. Ты уходишь из-под меня. Да тут люди тебе мешают. Ты видишь там кого-нибудь? Да, видел. Вот. А, тихо! Ну, это пока что разминка, так что не волнуйся. Ой-ой-ой, нифига себе, там какой-то разрывной парень прям играет. Так, все, это больше не разминка. Это уже бой настоящий, где нужно отрабатывать свои навыки. Так, Артем, ты готов? Наверное, да. Давай, по старой схеме, как я тебе показываю, подсадку. Бежишь за мной? Давай. Оп. Оп! Да не прыгай ты, алло! Собака! Алло. Да все, запрыгнул. Собака. Вижу. Попадаю. Молодец, давай! Один раз попал. Во. Перезаряжаю, ща. Никого не завалил, да? Нет, не завалил, но три раза попал где-то минимум. Ну ладно, давай спускаться. Вот, мы одну схему отработали. Теперь, тихо. Бау, прям в голову. Все, теперь с помощью этой схемы мы должны уже оказаться... Ну, у нас бомбу поставили даже. Ай! Давай. Ай! Есть! Бомбу раз-то безредить надо. Джи, или как? Или куда? Как жать? Ты ж террорист, алло! Я террорист! А что ты сказал, у нас бомбу поставили? Да это мы ставим бомбу, они... Да не на нас ставят бомбу. Я не знаю, я слышал, бомбу поставили, побежал. Теперь второе упражнение. Ты помнишь его? Со смоком. Да нет, с прострелом. А, понял, бегу. Попал? Не, ни разу не попал. Ой, да ты еще юмпик взял. Ой. Здесь нужно брать какое-нибудь оружие, которое, ну, мощное, как бы. Калаш, М-ка там, я не знаю. Постараюсь. А юмпик, он плохо простреливает, понимаешь? Ой, нифига себе, там наших завалили. Ой, все плохо. Ай, меня с ножа зарезали! Меня убили, Сафи. Капец, там чел троих просто завалил. Как ты этого допустил, Артем? А как ты это допустил? Ну я тренер, мне можно. Беру АКР-12. Все, давай, так же отрабатывай, попадай. Бегу. Давай, запрыгиваешь и сразу достаешь. Ой, позорище. Все, уже поздно, они пробежали, понимаешь? Да, капец, я косой. Ну что ты там? Ну чё? Нет, я тут бомбу охраняю.
Плохо охраняем. Ай, тихо! Все. Да вы что, издеваетесь, что ли? Так-то. Ай, блин, офигеть, он сзади зашел. Ой, ма. Сафик нас, мне кажется. Ладно, давай прострельчик отработаем все-таки. Давай, отработаем прострел, чтобы все было четенько. АКР-12 взял. Все, ставлю нож. Ой, тихо, нож вот взял. Давай, бегу, 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 бегу. Только не мешаются, тут мешаются. Все, вы взял. Попал. Не, не попал. Ой, Артем, там куча народу было. Это сложно. Это не сложно, это очень круто. Вот так вот. Есть. Опа. О, самый ценный игрок. Давай, самый ценный, еще раз прострел отработаем. Не, не попал. Да это невозможно, фигня какая-то. Это возможно. Ну, я в следующей катке попробую, ребята, и посмотрим, возможно это или невозможно. Есть. Есть. Ты что ты там? Где ты там? Я тут бегу. О, все, все, террористы победили. Артем, ты как раз первый стоишь, давай, ты должен это сделать. Да, это мне не получается. Ладно, сейчас давай. Да мне мешает. Да ничего тебе не мешает, это у тебя все в голове. Стреляй, ну. Да, один раз попал. Наконец-таки, наконец-то, ребята. Я не вижу. А, он на респауне, Артем, беги назад. Бегу. На пленту. Во, все. Сейчас у нас будет отрабатывание смока. Все, взял смок в руки. Давай, сейчас попробую. Вот, смотри, нож. Видишь, нож. Тут быстро не надо бежать. Прыгаю. Стреляю, попал. Давай смок теперь. Ты помнишь, как смок кидать? Да, помню. Смотри. Да, облако. Оп! Ой. Ой, ё-моё. Это ты ослепил или... Не-не-не, я флеху кинул. Ой, я не флеху кинул. Вот дым, ну чуть-чуть промазал. Кривовато. Ну надо прям... Еще нужно отработать. Отработается, Сафик. Ой, он сзади был, крысил. А, собака, у меня пули кончились сейчас. Не пули, а патроны. Патроны. Туда его. Бегу. Прыгаю. Ни один раз не попал. Ну, ничего страшного. Бывает попадаешь, бывает не попадает. Кидай, да. Смок. Оно отбивается. Куда ты его кидаешь-то там, а? Так, все очень плохо. Уходим на... Ай! Я гранату кинул. Я же сказал, обратно и уходим. Зачем тебе гранату кидать? Да там человек был, я хотел его гранатой тут. Да какой там 5 человек, блин, против нас. Когда такая ситуация, нужно уходить в другое место. Под названием А. Че, Сафик, затащишь против троих? Попробую. Я сейчас не в кондиции, так что, если что, никто не обижайтесь. Ай! Первого сразу умер. Не, ну ты капец какой не кондиции. Смотри, возможно, что тебе, Артем, нужно чуть-чуть левее брать, понимаешь, со смоком. Угу, ща попробую. Так. Ай, блин, офигеть, меня завалили. Кинул. Попал, Сафик, попал. Прям куда надо было. Молодец. Во, наконец-таки. Ну, чуть-чуть, конечно, подальше, но нормально. Сзади, челик, алло. Ты по миникарте-то смотришь, нет? Не, я не смотрю. Есть миникарта в левом верхнем углу. Вот, да. Собака! Да, все. Капец, мы с тобой сейчас проиграем, блин. Ну, я надеюсь, ты понял, да, все секретки? Да, понял. Давай, Артем, показывай мастер-класс. Сейчас Сафик покажет, как это надо. Смотри, пробегаем сюда. Давай, Сафик, а я бегу, кидаю дым. Давай. Так, я сейчас на балкончик. Так, что-то плохо на голову ложится. Уже один остался. Все, пробегаем. Тут уже он без шансов. Вон он уже на миникарте появился, видел? Он в темке. Все. Видишь, как работает? Командная работа. Да, Сафик, вообще там и того, и этого. Покажи мастер-класс. Сделай эй, царь Артем. Офигеть, как он быстро стреляет. Давай, Артем, я за тобой слежу. Блин, ну ты, конечно, пипец. Надо выше брать, не поэтому. Так это не я кинул. Ты только что кинул, я ж видел за тобой. Не, ну вот этот дым не мой. Ух ты! Он за стеной. Уходи на другой уходи. А там тоже человек, по миникарте смотри. Прячься в домик, там со всех сторон тебя жмут, сзади уже они внизу. Давай подсадку на мид туда. Да нет, стой, я уже гранату взял. Так, я уже двоих минусанул, осталось еще двое. В доме, ты видишь, у нас чел уже на Б там сидит.
Помогай ему, помогай, помогай, помогай. Всегда ориентируйся на мини-карту. Вот, все, минусанули. Бомбу ставь, Артем. А у меня бомба? Да, не у меня же. Выбрать? Как бомбу выбрать? На Кью. Все, 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 все. Поставил, Наконец-таки. Ура! Все, 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 ребята, держали победу. Держали, держали. Опять бомбу мне дали. Да, наверное, потому что я ценный игрок, да, Сафик? Видимо, да. Да, ну ты же особо ценный. Ничего себе тут у чела, какой нож крутой. Давай, все, ты где? Вот, бегу подсаживаться. Давай, все, залезай на меня. Стреляй. Есть кто? Не, пусто. Тут нас рашит, рашит, рашит нас. Все, нормально. Нужно всегда слушать, кто там ходит, кто бродит, кто что делает. Минус. Молодец. Главное, что не плюс. Справишься сам? Вряд ли. Собак. Говори инфу, где были? Вот в этом доме двухэтажном один есть. Понял. На втором. Да не на втором, я же все слышу, Артем, ты глухой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, у меня хп очень мало. Ну-ка, смотри. Вот тоже такая тактика может работать. Не, вот это прикольно, это прикольно. Ребята, если хотите еще посмотреть серию, где меня Сафик обучает, как играть в Standoff 2 и как я из нуба становлюсь про, то обязательно ставьте лайк под этим роликом и тыкайте вот сюда и смотрите вот эту вот пулю. Потому что эта пуля просто невероятная, классная, крутая, там просто мега крутой видик. Вы еще такой не смотрели? Всем пока, пам!